Садитесь, пожалуйста, спасибо большое. Садитесь. Уважаемые друзья, у нас складывается хорошая традиция, как-то так получается по графику, что мы с представителями нефтяной и газовой промышленности встречаемся либо как раз в ваш профессиональный праздник, либо накануне, вот как сейчас. Я хочу пожелать всем вам успехов и благополучия. Традиция ежегодно отмечать этот профессиональный праздник родилась полвека уже назад в знак глубокого уважения и признательности к нелегкому, самоотверженному, можно сказать, труду всех, кто работает в вашей отрасли, как символ особой роли нефтегазового комплекса в экономике всей России. Усилиями наших нефтяников, газовиков укреплялась экономическая, энергетическая база Российской Федерации, осваивались громадные территории, создавались новые индустриальные центры, имея в виду Поволжье, Сибирь, Север, ну и, конечно, тот регион, где мы сегодня находимся, Дальний Восток. Сегодня нефтегазовый комплекс является одним из ключевых секторов отечественной экономики. Россия входит в число мировых лидеров по добыче углеводородов, производству нефтепродуктов, экспорту энергоресурсов. Реализуются крупные инфраструктурные проекты. Достаточно вспомнить такие значимые события последних лет, как начало работы нефтепроводной системы, я уже об этом говорил, Восточная Сибирь, Тихий океан, ввод в строй газопроводов «Северный поток», «Сахалин», «Хабаровск», «Владивосток». Открыты и запущены в промышленную эксплуатацию уникальные месторождения Ямала в Восточной Сибири. В результате в 2014 году достигнут рекордный для современной России показатель добычи нефти – более 526 миллионов тонн. А добыча газа составила свыше 640 миллиардов кубометров. Я убежден, работники отрасли и впредь будут с честью решать поставленные задачи, обеспечивать рост экспортного потенциала России и устойчивую работу внутреннего рынка. А наши нефтегазовые компании и предприятия будут повышать свою эффективность и конкурентоспособность, выходить на новые рубежи. Здесь у меня нет просто никаких сомнений. Я практически всех руководителей знаю лично в течение многих лет и знаю потенциал и человеческий, и потенциал отрасли. Еще раз поздравляю вас с праздником. Прошу передать самые добрые пожелания всем вашим рабочим коллективам, всем, кто сегодня на трудовой вахте, и, конечно, ветеранам комплекса. Успехов вам! Спасибо большое!